Мой дедушка был казаком. А нас, казаков, не так-то просто убить, как кажется. Рада видеть вас в добром здравии. Спасибо, Даша. Жизнь все-таки прекрасна. Я как раз собирался поздравить полковника с очередной победой. Кризис успешно разрешен. Теперь сверхоружие находится в наших, да, только в наших руках. Я знаю, вам нужен отдых. Но думаю, вам стоит знать, что союзники отступили к северу на базу в Исландии. Спасибо, Даша. Настало время выбить союзников из Европы. О, они будут сражаться там до последнего. Генерал Крюков снова поможет вам одержать победу. И пока вы будете уничтожать внешнего врага, я уничтожу врага внутреннего. Последний крупный... Для победы над силами Альянса подходит любая помощь. Потратьте эти деньги на создание ударной группы. Готовы сбросить зонд. Получено новое задание. Идет строительство. Европа под властью Советского Союза – это правильная мысль. Что ж, мой друг, выдвигаемся. Я прикрываю. Так вот как долги родине-то отдают. Приветствую, командир. Как можно заметить, я здесь. И теперь уж вам не сдобровать. Мы готовы к боевому вылету. Мы готовы к боевому вылету. Завершено. Строительство завершено. На союзника. Мы готовы к боевому вылету. Мы готовы к боевому вылету. Обнаружен противник. Идет строительство. Строительство завершено. Мы готовы к боевому вылету. Мы готовы. Цель уже намечена. Карантин техосмотр прошел. Доступны новые области. Генерал Крюков лично будет командовать войсками. Идет строительство. Как старший по званию офицер требую передать часть ваших подразделений. Ведь мы же с вами солдаты. Один за всех и все за одного, верно? Каратель техосмотр прошел. Я всегда на чеку. Обнаружена база противника. Обнаружен противник. Недостаточно средств. Где эти ненавидные буржуи? Укажите цель. Пилот!
Егор, книга к бою готов. Нам нужен мир. Не посрамим нашу доблестную армию. Мы стремимся к превосходству в небе. Берите лицо к ним. Не давайте им спуска. Недостаточно средств. Приказ ясен. Идет подготовка. Готовы применить железный замок. Большой брат следит за вами. На союзника напали. Штаб, Мик на связи. Каратель, техосмотр, Мик, бою готов. Ситуация под контролем. Я всегда на страже социалистических завоеваний. Обнаружен противник. Приостановлен. Отмена. Инженер нужен? Да-да, сейчас. ВВС России. За мирное небо. Все здесь смертные присяги. Мик к бою готов. Господство в небе, мир на земле. Большой брат следит за вами. Надо, значит надо. Да, для таких как я нет проблем. Я всегда на чеку. Не выпускать их из вида. Идет строительство. Надеюсь, все здесь верны присяге. Идет подготовка. Объект под огнем. Я всегда на страже социалистических завоеваний. Инженер нужен. Уберите это. Я с тобой еще не закончила. Двигаюсь к пункту назначения. Кто звал инженера? Постройка противника захвачена. Инженер нужен. Каратель на связи. Мик, к бою готов. Я честно служил Родине. Сделаю. Инженер нужен. Это нужно Родине. Кто звал инженера? Инженер нужен. Постройка противника захвачена. Идет ремонт. Инженер нужен. Для таких, как я, нет проблем. Хорошо, мы у маяка. Инженер нужен. А ведь когда-то я был профессором. Постройка противника захвачена. Доступны новые постройки. Идет строительство. Инженер нужен. Товарищ, я с вами. Что-что? Готовы сбросить спутник. Инженер Постройка нужен. Постройка противника захвачена. Может пригодиться. На помощь! Инженер нужен. Это нужно Родине. Постройка противника захвачена. Инженер нужен. Мы на позициях. О да, будет весело. Я всегда мы стремимся к превосходству социалистических завоеваний. Да? Может инженер пригодиться. Нужен. Думаю, это нам пригодится. Надеюсь, все здесь верны присяге. Постройка противника захвачена. Ну что тут есть для меня? Инженер обнаружен нужен. Противник. Военный инженер готов действовать. Постройка противника захвачена. На союзника напали. Инженер нужен. Постройка это нужно Родине. Противника захвачена. Я здесь. Так точно. Обнаружена база противника. Вы знаете, где меня найти. Я всегда на чеку. Воздушный бой. Установим здесь советский порядок. Строительство завершено. Развертывание невозможно. Доступны новые постройки. Идет строительство. Укажите цель. Большой брат следит за вами. К бою готов. Я всегда.
всегда на страже социалистических завоеваний. Воздушный бой, моя стихия. Большой брат следит за вами. Что это тут у нас? Мы стремимся к превосходству в небе. Мы смогли раскрыть очередной заговор, полковник. Наш предатель генерал Крюков. Он та грязная сволочь, которая стояла за покушением на мою жизнь. Убейте же его. Уничтожьте, пока он не смог погубить нас всех. На базу напали. Вы что творите? На меня-то зачем лезть? Вы хотите сразиться со мной? Что ж, тогда пощады не ждите. Крюков опять украл у нас победу. Он только о себе и думает. Генеральный секретарь разрешил вам задействовать дирижабли Киров. Идем на перехват. На базу на... Начинаю ремонт. Так точно, сэр. Русский. Что происходит? Они воюют друг с другом. Доступны новые постройки. Идет ремонт. Я всегда на чеку. Каратель, техосмотр, техосмотр прошел. Нужно осмотреться. Установим здесь советский порядок. Вон там еще один. Ты ничего не видел? Каратель на связи. Каратель, техосмотр прошу. Большой брат следит за вами. Не посрамим нашу дом. Я всегда на страже социалистических завоеваний. Ситуация под контролем. Где эти недобитые буржуи? Укажите. В секторе обнаружен железный замок. Западная база союзников, нет проблем, я ее уничтожу. Мы готовы к боевому вылету. Надеюсь, все здесь верны присяге. И почему Альянс вечно строит базы там, куда лампочка Ильича не светила? На базу напали. Идет ремонт. Противник атакует комбайн. Ник к бою готов. Так точно. Приказ ясен. Строительство завершено. Моя стихия. Строительство завершено. Ну что тут есть для меня? Мы готовы к этому вылету. Все под контролем. Большой брат следит за вами. Готовы сбросить спутник. ВВС России. Я всегда на страже социалистических завоеваний. Меня побили! По врагам социалистического отечества. Мы стремимся к превосходству в небе. Воздушный бой, моя стихия. Ситуация под контролем. Укажите цель. Штаб. Ник на связи. ВВС России. Вперед! К победе! Огонь! Он вообще предатель. Это ему с рук не сойдет. Готов. Врагам отечества. Чертов предатель! Какой вы солдат! Ваше время придет! Обещаю!
Всего хорошего! Угори, старый дурак, ты это заслужил! Сейчас мы их утихомирим. Идет строительство. Приостановлено. Идет строительство. Техосмотр прошу. Направляюсь к цели. Готовы начать. Чем вам помочь? Бурю. Обнаружен противник. Каратель техосмотр прошу. Прошу. Каратель техосмотр прошу. Верные присяги. Мы стремимся к превосходству в небе. Где эти ненавидные буржуи? Это необходимо. Товарищ командир, армия Крюкова перешла под ваше командование. Объект продан. На базу спать. Я смотрю, вам все равно с кем сражаться, верно? Ха, смешно. Доступны новые области. Гарнизон авиабазы осведомлен о нашем присутствии. Соблюдайте осторожность. Получено новое задание. Мы еще не победили? Поблизости находится ускоритель частиц. Вы должны помешать противнику задействовать его. Передышка мне не помешает. Миг к бою готов. Штаб, миг на связи. Установим здесь советский порядок. Как делишки? Я уже в дороге. Миг к бою готов. Идет строительство. Обнаружен противник. Проверка техники безопасности. Но за работу. Конденсаторы подключены. Обнаружен. Что мне теперь тут дул таскать? Идет ремонт. Слушаю. Будет сделано. Призывник к бою готов. На базу напали. Строительство. К работе готов. Объект подавлен. Объект уничтожен. Идет ремонт. На союзника напали. Идет строительство. Идет строительство. Противник атакует комбайн. Идет строительство. Идет строительство. Отмена. Идет строительство. Мощность сигнала падает. С удовольствием. Строительство завершено. Строительство завершено. Строительство завершено. Строительство завершено. Развертывание невозможно. Готовы сбросить спутник. Противник атакует комбайн. Наш комбайн. Укажите цель. Магнитный. Идет ремонт. На базу напали. Идет строительство. Идет строительство. Идет строительство. Идет строительство. Строительство завершено. Строительство завершено. Лучше не ждать, пока эта штука выстрелит. Уничтожим ее. Строительство завершено. Обнаружен спецназ противника.
мы стремимся к превосходству в небе. Идет строительство. ВВС России. Идет строительство. Обнаружен противник. Мы стремимся к превосходству. Нашу доблестную армию. Чем вам помочь? Готовы задействовать чистую тревогу. Воздушный бой. Всегда на чеку. На союзника напали. Укажите цель. Мы готовы к боевому действию. Чем вам помочь? Эми, ракетами. Чем вам помочь? Огонь! Укажите цель. Чем вам помочь? Цель уже намечена. Не посрамим нашу доблестную армию. Вывести из строя их технику. Пора искупаться, парни. Большой брат следит. Хорошо, за вами. Хорошо, идем. Выходим в море. Чем вам помочь? Каратель на связи. Ты ничего не видел? Задание. Превосходно, товарищ. Этот Крюков наконец получил то, что ему причитается. Я же знал, что могу на вас рассчитывать. За один день мы разбили Альянс и уничтожили предателя. Это было хорошее время, друг мой. Надеюсь, когда-нибудь мы поработаем вместе.